Всем привет! Меня зовут Катя, мне 36 лет, и я занимаюсь свечами, натуральным уходом и мылом. Вдохновилась я во время второй беременности, когда была беременна своей дочкой. Свечи я любила вообще всегда. То есть как бы у меня не появилась откуда-то любовь. Свечи я любила всегда. В основном мне даже подарки такие дарили. Я случайно буквально наткнулась на статью, где рассказывалось про вред парафиновых свечей. И как-то гормоны на меня повлияли. И я решила попробовать самой вообще. Я начала для себя. То есть у меня это было просто какое-то хобби. На тот момент у меня была работа, на которой я, ну, работала, мне, ну, это чисто для себя было увлечение. Я начала дома заниматься свечами, в основном я ими пользовалась сама, жгла, и плюс на подарки там родным и близким. Свечи даже в какой-то момент, они не просто были моим хобби, а это такой какой-то островок безопасности, я просто в этом нашла какое-то утешение. Мои родственники, когда узнали, чем я занимаюсь, они, наверное, подумали, что у меня случилась послеродовая депрессия, потому что они, но никто не воспринимал серьезно. Сейчас я уже могу сказать, что они действительно восхищаются тем, что я делаю буквально последних полгода. До этого они думали, ну, вот сейчас побалуется еще какое-то время, возьмется за ум и побежит устроиться куда-то на работу с твердой корочкой. Я помню свою первую идеальную свечу. Это так прозвучит, наверное, глупо, но я плакала. У меня когда получилась такая... Она такая была классная. Многие люди думают, ну что там такое, там растопил воск, залил, фитиль всунул сверху, даже так думают. И все, свечка горит. На самом деле это действительно такой достаточно серьезный вопрос, и этому надо учиться. Это очень много инструментов, и очень много свечей не получается. Еще особенность именно моих свечей, то, что я не просто делаю свечи, не просто делаю свечи ручной работы, я делаю премиальные свечи. Я для себя выбрала премиальные воски, отдушки премиум-класса. Это только Франция. Golden Wax и Kerosio Pilar. Это, допустим, один воск, это производство в Великобритании, другой США. И как их сюда, извините меня, раздобыть, тоже нюанс. Если касаемо, допустим, денег, баночка французского масла ароматического, вот такая вот она небольшая, 100 мл, она стоит 45 рублей. А процент вода отдушки в свечу составляет 10%. Итого на 100 грамм одной свечи уходит 10 мл или 10 грамм. Ну, считайте, 4,5 рубля – это только масло в свече, без воска, без фитиля, без твоих личных вложений, упаковки, все остальное. Мне приходилось сталкиваться, когда я об этом говорю, я горю, я там, вы не понимаете, как это классно. И мне такие, ну, как бы нет. И я такая говорю, ну, в смысле нет? Не понимает, зачем тратить деньги, когда можно сходить а-ля в Икею, купить там свечу, и пусть условно это 7 рублей. И они не понимают, зачем я буду платить там 27. Самый большой совет, который я бы дала в самом начале, это никого не слушать, верить в себя и продолжать идти. В любом случае вы столкнетесь с трудностями. Они просто, ну, неизбежны. Просто не сдавайтесь. Идите дальше. Всем пока!